Привет, друзья! Публикуем видео с новейшим переносным российским комплексом РЭП «Пироед», предназначенным для борьбы с дронами. Информации о нем пока нет в интернете. Комплекс предназначен для подавления дронов, в том числе FPV, на частотах 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Мощность передатчиков комплекса «Пироед» от 20 до 40 Вт. Комплекс работает автономно от батареи 40 минут или от сети и автомобильного аккумулятора. Дистанция подавления дронов по некоторым частотам до 250 метров. Комплекс оснащен выносным пультом. Себестоимость комплекса подавления дронов «Пироед» 350 тысяч рублей или 3770 долларов. Комплекс уже есть в войсках и имеет хорошие отзывы. Более подробно далее. Интервью с разработчиком и подавление комплексом гражданского дрона DJI Mavic. Это комплекс «Пироед». И, извините, лицо разработчика и создателя показывать не буду. Сейчас в двух словах вам человек объяснит, как это все работает. Значит, комплекс создавался, начиная с карандашного наброска, с конца прошлого года. То есть мы сработали максимально оперативно, максимально быстро. Значит, задача была создать мобильный вариант, быстро разворачиваемый мобильный вариант комплекса, который будет, скажем так, востребован с точки зрения борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание уделили подавлению так называемых дронов камикадзе. То есть это те дроны, дроны, это те дроны, которые летают на протоколах ELRS или TBS Crossfire. Так, значит, ребят, по поводу испытаний. Вот это вот Mavic, вот это устройство, оператор находится недалеко, метров, наверное, 30 за моей спиной. Ну и сейчас устройство выключено. Я включаю. Все, то есть по словам оператора, управления Mavic'ом нет, изображения нет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.